Накануне на базе СПК «Искр» состоялся семинар-презентация современной техники. Перед пленарной частью заседания для собравшихся выступили артисты районного дворца культуры. Участие в семинаре приняли аграрии 17 районов республики. Организаторами мероприятия стали Минсельхоз Башкортостана, Академия наук республики, администрация района, СПК «Искра» и закрытое акционерное общество «Европейская агротехника Уфа». С приветственной речью на открытии семинара выступил Ахат Кутлуахметов. Он рассказал об основных достижениях района в аграрных сферах, а также представил статистические и сельскохозяйственные данные. Мы рады приветствовать вас сегодня на благодатной Кургазинской земле. Пользуясь представленной возможностью, хотелось бы коротко рассказать о нашем районе, чем живут и трудятся мои земляки. Кургазинский район имеет богатую историю и славные трудовые традиции. Особенно знаменательным стал для Кургазин 2015 год. Мы отметили 80 лет со дня образования родного района. Лекцию «Возделывание кукурузы и подсолнечника. Классика и современность» прочел доктор сельскохозяйственных наук Халил Сафин. Он сравнил технологические виды обработки данных культур на примерах из практики сельхозпредприятий республики и стран с передовым опытом в данной сфере. Мы, как отбираем машину, мы, прежде всего, стараемся, чтобы иметь наибольшую производительность, и по производительности все же выигрывает технология «Ноутил», так как многие виды обработок мы меняем, заменяем работы опрыскивателя. И, как видите, при классике, традиционной системе земледелия мы один агрегат, если можно обработать за сутки 20-30 гектаров, то опрыскиватели здесь уже могут в разы больше обработать и производительность 10-25 раз выше. Также своим опытом внедрения нулевой и полосной технологии поделились с присутствующими руководители сельхозкооперативов Куюргазинского и Абзелиловского районов Рамиль Мустафин и Раиль Фахрисламов. Еще одним гостем семинара стал менеджер по сервису завода-производителя «Кинзе» из штата Айова. Он рассказал о продукции, которую производит их фирма, а именно о сеялках точного посева. «Кинзе» – это один из ведущих производителей промышленных сеялок и завозов в США. Сеялки предназначены для пунктирного высева. Точный высев Кинзе означает точный контроль соединения, оптимальное расстояние между семенами и максимальное прорастание в условиях минимально обработанных и необработанных полей. Перед практической частью семинара генеральный директор закрытого акционерного общества «Европейская агротехника» представил всем участникам презентацию современной техники и перечислил ее инновационные характеристики. Сегодня вы увидите стриптил-культиватор, американский стриптил-культиватор «Хайнекер». Очесывающие жатки мы поставляем компании «Шелборн». Все большую популярность, конечно же, завоевывают прицепы компании «Флигель». Любое хозяйство стремится со временем заменить КАМАЗы на прицепы с выдвигающей системой, потому что это оправдано. Любой прицеп «Флигель» на кормозаготовке заменяет два КАМАЗа, это уже доказано. Далее все собравшиеся были приглашены на поля СПК «Искра» для осмотра посевов яровой пшеницы, подсолнечника и кукурузы, возделываемых по нулевой технологии. После чего на площадке представители заводов-изготовителей продемонстрировали тракторы последних модификаций, кормоуборочные комбайны и другую технику.